Обслуживание клиентов. Очень важно обеспечивать надлежащим сервисом как постоянных, так и потенциальных клиентов. Хорошее обслуживание клиентов является источником дохода. Делайте это с личностным подходом, компетентностью, практичностью и инициативностью. Выглядит как новый. Бесплатно поменял цепочку и активность. Вы должны предложить сервисы на дому. Используйте убедительный тон. Хорошая идея. И действуйте. Несколько примеров хорошего обслуживания клиентов. Запоминайте имена ваших клиентов. Приветствуйте их по именам. Предлагайте гарантии. Помните об этих предпочтениях. Знайте вашу продукцию. Обучите их. Отслеживайте. Важно предлагать хорошие условия возврата. Удержать клиентов обойдется дешевле, нежели приобретать новых. Чтобы узнать, как улучшить вашу службу поддержки клиентов, перейдите на practicalbusinessskills.com.